Всем добрый день! Сегодня 15 число, 15 июля. Подсолнух разгорается. Вот, ну, пчелы на нем еще практически нет, он только открывается. Но вот первые, как сказать, разведчики, провокаторы уже здесь. Вот. Значит, раз пчела вечером здесь пытается что-то набрать, значит, скорее всего, выделять он будет. Это радует. Вот. Так что вот такие вот дела. Сегодня на весах было килограмм. Но так как каждый день шторма, вчера, сегодня, в общем, нету в природе стабильности и спокойствия. Вот, поэтому скачки и перепады во взятке. Вот такие вот дела. Это я вот тут забрел, вот я стою вот там вот в пойме, а это где-то с полкилометра поле от меня. Вот, ну, небольшой такой аромат с поля пошел. Просто я вечером гуляю километров по 5, по 10. Ну и смотрю местные достопримечательности. Вот. Пчелка лазит, собирает. В общем, раз пчела есть, значит, выделять будет, это хорошо. А вон еще пчела сидит. Значит, все будет нормально. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи. До новых встреч.